для начала, если можно, что случилось в сегодняшнем матче? Да, никто не понимает, что случилось. Все видели, что случилось. Так нельзя играть, так мы вышли полностью не готовы к игре. Получается так. И плюс ко всему и невезение, и там. Короче говоря, не работали так, как надо. Показалось, что уступали сопернику в движении. Действительно так было? Да, по-моему, во всем уступали. На каждом участке, на каждом. Во всем уступали. Не получилось у нас большинство сегодня. Я же повторяюсь, еще у нас вообще ничего не получилось. Не знаю, в чем дело. Но, да, хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру, что происходит такое. Они за нас переживают, болеют, кричат все 60 минут, а мы так играем, так непозволительно. Уже воскресенье, стартует неделя звезд хоккея. Как же чувствуется уже? Нет, ну, нам-то какая разница, у нас свой график, мы играем, у нас игры. Не чувствую. Наверное, ребята, кто поедут, наверное, чувствуют это. На Кубок вызова сходите? Ну, если время будет, конечно, сходим. Интересно посмотреть такой праздник.